Ирина Безрукова, актриса театра и кино. Тифлокомментатор, телеведущий, общественный деятель. Член общественной палаты. Родилась в апреле 1965 года в Ростове-на-Дону. К концу 80-х годов окончила актерское отделение училища искусств. В начале 90-х переехала в Москву и поступила на службу в театр-студии Табакова. К этому моменту за плечами актрисы уже было сыграно около 300 ролей в родном городе. Но сегодня хотелось поговорить про ее жилье. Артистка много лет живет в Кузьминках, недалеко от губернского драматического театра, в котором служит актрисой и тифлокомментатором. В этой квартире она долгое время жила со вторым мужем Сергеем и сыном Андреем, после смерти которого она долгое время не появлялась здесь, так как именно в этой квартире он скончался. В 2017 году актриса решилась на капитальный ремонт и пригласила одну из популярных программ о ремонте. Первую комнату, которую хозяйка решила обустроить, это спальня и примыкающая к ней лоджия. Комната в 17 квадратных метров уже была подготовлена к финальной отделке. Все поверхности выровнены, проводка заменена, выведены розетки, кабели для подключения кондиционера и осветлительных приборов. По желаниям Безруковой были не яркая и не кричащая обстановка, наличие плотных штор, чтобы было можно спать днем после поздних спектаклей. Специалисты программы выбрали классический дизайн с элементами модерна. На стены поклеили специальную фреску с цветочным и лиственным орнаментом. Такие же лиственные растения решено было поставить на балконе. Именно такое направление в дизайне рекомендовал астролог, которому Ирина ходит уже много лет, и решил обратиться перед отделкой квартиры. Лоджию окрасили, установили теплый конвекторный плинтус, который можно включать независимо от центрального отопления. Заменили стеклопакеты. С одной стороны установили мягкое кресло, а с другой две катки с тропическими растениями. На стену повесили автопортрет, подаренный Ирине ее другом-художником. Центральное место в спальне занимает просторная кровать с удобным полужестким матрасом, а по бокам стоят две тумбы из инновационного материала. Над ними установлены классические дизайны бра. Одну из стен полностью оборудовали под закрытую систему хранения со множеством ящиков в цвете крем-брюле. Двери многоярусного шкафа отделаны мягким материалом в одном стиле с подголовником у кровати. И в таком же дизайне отделано большое зеркало, расположенное рядом. Шторы выполнены из смесовой ткани и повторяют расцветку фрески, которая расположена по всему периметру комнаты. Вся обстановка выдержана в теплых бежевых и мягких зеленых тонах.